Все, погнали, короче, делать запись. Заезжаем внутрь тихонечко. Главное, не спешите. Димон, тут смотри, надо, короче, друг за дружком к паровозикам ехать. Сейчас я вам покажу, откуда ехать. Тихо, тут не разгоняемся. Вот здесь вообще аккуратно надо. Че, отсюда, пожалуй, начнем? Вот давай вот прямая будет дорога. Вот отсюда. Уже машина грязная. Да, это ладно, наверное. У меня, кстати, тоже грязная. Ты еще там разбил что-то. Тут темнота, так что похер. Темнота, там-то не будет темноты. Аккуратно разворачивайтесь. Все, давайте друг... операторская работа. Друг за дружком. Влад, давайте за мной, Димон за этим. Все, друг за другом едем. Аккуратно только, аккуратно здесь. Поворачивайте вправо. Когда вылетать, Димон, будем тихонько вылетать, не перевернись только. Друг за другом, я скажу. Ебать, Влад улетает. Все, друг за другом. Выпрыгиваем, вот. Так, Влад полетел, я... Нет, все, запись запарена. Димон вообще не прыгнул даже. Я врезался, Влад, вообще куда-то... Твою же мать. Нет, все, короче, давайте заново, пацаны. Это полная жопа. Влад лагает. Надо, погоди, надо машиночку по новой заказать. Да-да-да. Я вообще врезался, да, он, Димон, не прыгнул. Димон, там надо прыгать, там, ты вообще выехал тихонько. Надо, это я тебе говорю, Влад лагает. Друг за другом надо успевать. Из этого... Надо успевать друг за другом. Я видел, что он лагает. У тебя что, Влад, высокие настройки, что ли, включены? Нет. Почему у тебя так лагает? Хз. Просто ты у меня тоже полетел, ебать. Я не знаю, как это будет на записи. Пожалуйста, пожалуйста, ради семьи, пожалуйста, избавьте от страданий. Бедный Влад. Блин, сейчас копы еще за мной. А за мной копы зато, блин. Так, мы сейчас быстренько избавимся. О, прям рядом с машиной. Так, тут можно съехать? Тут, по-моему, нельзя съехать. Тихонечко прыгну сейчас. Давай тогда, Димон, это сам, я буду за тобой ехать. Давай, давай, ты последний будешь. Сейчас тут ко мне какая-то тетка бежит. Бля, лепить пельмени. За вами копы приехали. Пошли они нахер. Все, нету копов. Блядь, а чё у меня царапина какая-то сзади? Ёб твою мать. А если эти царапины, они будут в редакторе, да? Ну... Наверное, будут скорее всего, сука. Ладно, давай сейчас попробуем. Потом идеально запишем. Сейчас еще разок. Давай вот так встречка. Ты запиши оставим. Несколько раз. Так, да, я и записываю. Да, да. Все, едьте. Все, давай, погнали. Я, ты, Димон, за мной. Триколор, бля. Давай, едем. Флаг Франции, не флаг Нидерландов каких-то, блин. Так, вот сейчас выпрыгиваем. Димон, здесь надо выпрыгивать, только не разбейся. О, я выпрыгнул идеально, нормально. Нормально прыгнул? Ульк. Едем, едем, друг за дружкой. Влад, догоняй, 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 ждем, ждем Влада. Влад где-то остал. Мы ждем, ждем. Да потом он все равно потом обрезать может. Вот так, бочком еще посюда сейчас поедем. Как там было в фильме. Для эпичности момента. Там они тоже бочком вот так ехали. Ебать, вы че так тихо едете? Я вот, блин, я от вас отстал, капец. Ты нас перегнал, это мы от тебя отстали. Давайте заново. Я лучше машину какую-то там тронул. Снимаем это, блин, съемки этого. Ограбление по-итальянски. Он, кстати, где-то здесь должна появиться. Моя точилка. Ну, сейчас вроде неплохо получилось, кстати говоря. Только вы отставали у меня потом. О, у меня здесь появилось. У меня дороги, что ли, или нет? Нарежу, обрежу. Блять! Посмотри, блять, что я урезал. Урезал, но урезал. Блять. Короче, Влада будем ждать пока. У меня машина хотя бы еще целенькая. Целехонькая.
Не, там, по-моему, если службу не запустить какую-то, она не будет работать этот, не будет включаться. Там том какой-то, том надо включать, что ли, как ты называешь. Я вообще не помню, сука. Ну, может, у него, кстати, запущена эта служба. Он же нет, не отрубал там ничего. Не настраивал. Он же не настраивал, наверное, ничего, да, Андрюха? Типа, мой компьютер, свойства, дополнительные параметры системы. Дополнительно. Вкладка. Попытка и нахуй. Да я тебе говорю, надо файл подкачки повозиться с ним, тогда нормально у тебя все будет. Это у тебя из игры выкидывает то, что типа это. То есть ты же когда компьютером пользуешься, у тебя же не вылетает это. Я не знаю, я не тестил. Давным-давно уже компьютер. Используете анимацию. Куда вы поехали? Все, отсюда вот. Не, пускай Влад последний будет. Влад последний будет. Димон, иди за мной, пристраивайся. Давай, я вклинюсь. Все, готовы? Раз, два, три, поехали. Не отстаем только. Аккуратно. Да-да, четко едем, пацаны, четко. Догоняй, Влад, потихоньку. Вообще хорошо едем. Давайте только сейчас выпрыгнем нормально и все по красоте сделаем. Так, я прыгаю. Я прыгаю, вы прыгаете. Идеально просто, Влад, не врежься, пожалуйста. Едем. Едешь? Да-да. Блин, давай подождем его. Едь. Все, едем. Вообще идеально выпрыгнули просто. И ты не лагал, кстати. Вот теперь ты не лагал. Тимон, блин. Я чувствовал, как ты мне там дышал в жопу. Просто вот идеальная сцена. Вот сейчас идеально получилось, кажется. Прекрасно. И тебя завернуло, и ты такой стену.